На сегодняшний день вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за паводка нет. Из зоны подтопления вышли пониженные участки местности и низководные мосты. Незначительные подъемы уровня рек наблюдались в некоторых населенных пунктах, но вода заходила только в подворье и на приусадебные участки. Дома не подтопило. Сейчас наблюдается стабильное падение уровня воды в реке Урал, в реке Сакмара. На востоке области практически паводка обстановка уже стабилизировалась, как и в центре. На западе области, в принципе, больших подъемов у нас и не наблюдалось. Сейчас, по сообщению регионального МЧС, паводковая обстановка с контроля снимается. Теперь спасатели переходят к мониторингу лесопожарной ситуации.